Девочки, мальчики, всем приветики, всем буфетики. У меня выходной. Мы идем с Олегом на Озон. На Озон в Озон. Очередной заказ, да, но он заказ нужный, прям вообще очень-очень нужный. Для дачи заказала, ну и для дома кое-чего. Досиделись до вечера, дождались, когда дождик закапает. Вот он закапает. Прям, правда, вот прям совсем мелкие капельки, но он капает. Ну, тепло, зато тепло. Красота, все зеленеет. Я тоже позеленела, видите? Вот. Еще нам нужно сходить в Максидом за грунтом. За грунтом. Вот. Вон, видите, что? Прям как летом все зеленое. Да, прям такие большие листики. Хорошо. Очень даже радует. Сегодня вообще по прогнозу должен был быть дождь. Но его нет. Просто вот небо все затянет. И все. И все. С Настей созванивались. Она говорит, у них с утра капал дождик. У нас с утра ничего не было. Ну, может быть, вот такой, как сейчас, незаметный. Мы решили сегодня на дачу-то не ехать. Бордюрчики. Бордюрчики, да. На дачу нам бордюрчики нужны, очень нужны. А, решили не ехать. Сейчас так, всем удачи. Хотела отдохнуть дома. Ну, вообще, вот там, дочек своих пересаживать. Ну, и вообще, домашними делами заниматься. Не только жить дачу, да? Завтра поедем. Тем более у нас родители уехали в Тольятти. Вообще, я, знаете, изначально с утра думала, вот я сейчас все успею сделать с утра. И, может, вечером поедем на дачу с ночевой. Ну, вроде как потеплело жить на улице. Дом, может быть, уже прогрелся, оттаял. И Лиза у нас в гостях. У Насти с Никитой, да, гостит. Вчера забрали ее. Послезавтра заберем. Послезавтра, наверное. С ней вообще нужно еще к ветеринару. Ой, не знаю, как-то надо записаться. Там аж на Авроре. То есть, где родители живут. Надо туда попасть, надо на чистку зубов. Вот. А мы пока вот холостые, свободные. Нам можно всю ночь гулять. И на даче ночевать. Ну, подумай. Время уже просто 5:00. Что там прям в ночь делать? Что там делать? Нечего. Поэтому, наверное, все-таки завтра пойдем, да? Завтра? Ночевой, да? Не знаю. А еще, девочки, мальчики, кто не знает или кто, может быть, забыл, у нас есть телеграм-канал. Называется также «Семья из Самары». Заходите туда, подписывайтесь. Мы выкладываем туда тоже какую-то информацию, которая... Например, здесь ее нет. Во влогах. Вот. Ну и на Дзен забегайте в гости. Мы там тоже есть. Мы уже идем обратно. А дождик что-то как-то сильнее и сильнее капает. Вон наш заказ. Я взяла с собой 2 пакетика. Олег ругается, говорит, почему ты доставку не делаешь? С доставкой надо. Но ее же надо весь день ждать. Раз так пошел, когда тебе надо. Просто тяжело. Действительно, тяжело. Я даже не думала, что тяжко будет нести. А я ведь еще хотела в Максидом зайти. Сейчас, наверное, может, Олег пусть домой идет с пакетом. Я в Максидом, а потом он придется. Там надо грунт купить. И в Пятерку хотела зайти еще. А еще я хотела в Московский сходить, но уже не пойду. Небритый. Ты почему небритый? А? Ты почему небритый? Зачем? А зачем? Вот все равно завтра на дачу. Действительно. Олег-то поехал, знаете, на чем? Он же пешком не пошел с таким тяжелым пакетом. Я пошла, значит, до Максидома пешочком. А он на этом, на двухколесном, на самокате поехал. И знаете что? До Максидома я дошла вперед него.
А у него еще пакет порвался. А еще он потом ждал меня возле дома, потому что у него ключей не было. Пока я приду. А я тащила такую тяжесть, 2 пакета. Грунт купила. Стаканчики. Ну, сейчас вот мы в Пятерку сходим. Я покажу, что мы там заказали. Сазону забрали. Ну, и что в Максидоме взяла. Блин, дождик вроде как это мелкий, но он такой неприятный. Он сырой. Сырой. Нет, если дождь, так значит дождь. Ну, кстати, все позеленеет прям. Будет все зелено-зелено после дождичка. Да. Но надо что-то такое прям. Конкретный дождь нужен, а не такой. Покапать, сырость вот это разведет, да. А я вот нарядилась-то во все светлое. Я кроссовочки свои светлые напендрюлила. Они теперь у меня черные. Сухо жить было, когда выходили. Хорошо, когда весна. Скоро все цвести будет. Сады будут цвести. Давайте для начала я вам покажу, что мы получили, зачем ходили на зон, что получили, что я заказывала. А потом уже, что я купила в этом, в Максидоме. Продукты я сегодня показывать не буду, там 2 пакета. Мы взяли, что мы взяли там? Конфетки, молоко, кефир. Что там? А, масло сливочное, такое вот, знаете, бананы. Бананы захотели, взяли бананы. Так, ну что, девочки. Там просто уже... А, пельмени мы взяли. Захотели пельмени. Хотя у нас есть в холодильнике гречка и картошка тоже, но что-то хочется пельмени. Вот, пельмени сейчас покушаем. Олег уже там греет воду. В общем, смотрите, заказала вот такое средство. Так, это что-то с имбирем, а это... А это что? А это я не знаю, что. Вот. Подождите, я сейчас чуть-чуть пущу. Задрала что-то прям. Вообще не понять, что. Так, куда? Куда задрала? Так, вот такое средство. Мы такое средство уже брали. Мне понравилось. Да, здесь знаете сколько? Так, а сколько здесь? Сейчас я вам скажу. 2 килограмма здесь. Сколько это в литрах? Вот. Имбирь и вот не знаю, что такое. Что, с чем здесь? Просто. Мыть овощи и фрукты. Такой-такой. Я брала, или Настя брала еще тогда давненько, с апельсином. Но мне понравилось это средство, нормально. Оно мылится, пенится, то есть хорошо, смывается хорошо с посуды. Ну, на мой взгляд, это так. А, по цене 1,440, вот это, наверное, а вот это чуть-чуть подороже. А, на самом деле, был там дешевле. Просто я заказала чуть-чуть не то. Там был дешевле, да. Просто его нужно было подольше подождать, и все. Но что-то как-то вот взяла, нажала сюда, не знаю. Ну ладно, неважно, там разница не намного. Мне кажется, вот это дороже, потому что он, ну, еще овощи можно мыть. Вот. 440 и 480, что ли. Вот, вот. 2 штуки взяла, сразу 2 штуки. Так, и потом... Сейчас я, подождите. Вот что. С чего начинался вообще заказ. Мне нужна была бордюрная лента. Заезжали в Леруа. Там не было именно такой. Там была другая, подороже, можно так сказать. Ну да, подороже. Но такой, которая мне нужна была, ее не было. Вот. Мне нужна была вот такая вот. А здесь, знаете, сколько? Здесь 30 метров. Она коричневого цвета. Высота у нее 20 сантиметров. Да, 20. Угу, 20 сантиметров высота и 30 метров. По стоимости, то есть если в Леруа, например, там есть, ну, например, по 500 рублей, но там высота невысокая, то есть низко лента. В общем, цена 1500. Вот. Я заказала 2 штуки. Олег, не слышишь?
Он не знает, сколько стоит. Я заказала две штуки, потому что у нас, ну, еще один участок, и в любом случае, не, если не в этом году, то на следующий год нам она понадобится, вот эта лента. Вот. Если пить она не просит, будет лежать, отдыхать пока до следующего сезона. Вообще, по отзывам она хорошая. То есть она... Я положу... Она не теряет форму. С ней за зиму ничего не случается. В общем, говорят, что хорошая. Поэтому я взяла. Но, в принципе, если разделить, да, эту сумму, например, на 10 метров, то на то и выходит. Просто здесь сразу много. И я взяла таких два рулона, то есть 60 метров, да. Так. Ну и сразу я, чё я это, сидела, ковырялась в этом вагоне. И ковырялась. Ну там что, рекомендуют, да, клейки. Что мне надо купить? Я же в этом не бум-бум. И мне порекомендовали вот такие вот, как они называются, колышки. Колышки садовые мне порекомендовали. Колышки стоят тоже 400-600 рублей. Вот набор, да? Да. Набор 12 штук. Ну, здесь в каждой пачке по 6. Ну, продают набором. 440 рублей за 12 колышков. Вот. Сейчас Настя там звонит. Вот. А мама говорит, а зачем ты заказала, вот там, ну, как бы, деревяшки-то или что там, столбики бы деревянные, заколотили бы все. Ну, я думаю, ну, чтобы было красиво, да, ну, вот. Вот. Я заказала две упаковочки, то есть 24 штуки. 60 метров лента, 24 колышка. Да. Так. Потом. А, все, на зоне все. Все. Максидом зашла. У меня я покупала в ленте эти стаканчики, они не закончились. В Максидоме 100 штук стоят. Ну, стоит. 100 рублей стоит. На рассаду. Так. Ну, купила вот грунт. Грунт цветочный. Два по 5. Так, и тоже в ленте покупала. Во что я. Ой, ну потом я покажу. Тоже вот такую штуку, только она не такая. Как она называется? Поддон, да? Ящик для рассады. Так пахнет? Нехорошо. Другой покупала. А, зашла в Максидом, вот вообще что-то 180 рублей. А в ленте я покупала за 150. Ну, думаю, не буду брать. Взяла вот эти за 120. Думаю, какая разница. Ну, они-то, конечно, погрубее. Все равно, я же теперь огородник, да? Следующий год пригодится. Ну, как бы удобно. На подоконник поставить. Все. Вот, и все. Девочки, мальчики, все. Это вот мой Озон, Максидом. Ну, пятерочка продуктов уж не буду показывать. Потому что очень долго. Мне еще, знаете, что надо? Сейчас скажу, покажу. Я бегу. Бегу. Анютины глазки, черный кристалл, мне нужно рассадить. Кстати, видео выходит немножечко с задержкой, да. Но так как я наснимала, потом пошла на работу. Хотя должна была чуть-чуть еще отдохнуть, но пошла на работу, и поэтому я чуть-чуть немножечко сбилась, и поэтому, ну, в общем, рассада моя, видите, какая. То есть никакая, но она у меня есть. Я, вот мне надо пересадить. Стаканчики. И будет у меня красота. А, петунию я пересадила. Тоже рассадила по отдельным стаканчикам. Какая-то совсем мелкая, какая-то покрупнее. Какая-то вообще не взошла. Вообще не взошла. Вот. Но еще вот совсем вот недавно я посеяла еще. Третий раз посеяла петунию. В торфяные эти. Как их там? Торфяные... Стаканчики. Там вообще все очень плохо. Всего два. Два всего. Каких-то тросточков вышло, и все. Все остальное ничего. Не знаю, на что грешить. То ли на себя, то ли на торф. Ну, все. Ладно. Пока отключусь.
А еще, девочки, я купила еще цветов в ленте. Но они уже были со скидкой. Я набрала лили. Они были, знаете, почем? По 89 рублей. Опять же набрала тут всяких-всяких. А, такую я брала. Вот таких вот я еще взяла. Такие не брала лили. Блин, главное, чтобы они зашли. А, и вот и желтенькую такую взяла. Тут по несколько штук. Сколько я взяла? Не знаю. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, что ли. Вот. Так что потихонечку схожу с ума. С этой дачи, блин, одни растраты на самом-то деле. Ну, хочется же, чтобы там было красиво, чтобы было много цветов. У меня прям так прыщ тут мелькает. Вот, чтобы было много цветов, чтобы было красиво. Не в этом году, на следующий год. Вот. А у нас вот такое вот красивое сало есть. Видите, сало? Это магазинное сало с морозилки. Достали. Вот такое вкусненько-вкусненько. Я вам показывала уже такое сало. Мы как-то давненько брали. Мне понравилось. Вкусно. Вот сейчас у нас будут пельмешки. Пельмешки. Вон они. Вкусняшки. Вкусняшки закипают. Вон. Отрадинские, или как они называются? Отрадные, отрадинские, какие-то такие. Ну ничего, мы покупали уже нормальные. А еще, девочки, смотрите, в ленте. А, ко мне на работу приходит дедуля такой. И он всегда мне постоянно приносит шоколадки. Убежала. Всегда приносит шоколадки. Вот такую вот шоколадку приносит. Ну, лентовская. Я что-то, когда первый раз он мне принес, ну, как бы, думаю, ну, что, ну, наверное, невкусный шоколад. Он говорит, я, говорит, своим внукам беру и вот тебе, Лена, беру. Вот, ну, раз принес, второй раз. Ну, думаю, ну, надо же попробовать, что за шоколадка. Развернула, попробовала, почитала состав. Девочки, нормальный шоколад. Нормальный шоколад. Шоколадка вкусная. Батончики. Батончик, да. И стоит, знаете, я пошла и купила себе таких конфеток. Стоит 20 рублей. Вот батончик, вот этот 50 грамм, 20 рублей. Ну, то есть за килограмм 400 рублей. Ну, в принципе, не совсем дорого, да? И вкусно с чаем. Так что, если кто не пробовал, ну, попробуйте. Может, конечно, на вкус и цвет все карандаши у нас разные, да? Кому-то солено, кому-то сладко, но я считаю, нормально. Да.